вы делаете одно общее дело для Козельского района, чтобы наши жители могли спокойно приехать то ли в Козельск, то ли в Сосинский, козельчане в Сосинский, сосинцы в Козельск, и чтобы на должном уровне им уделялось внимание. И разные толки, кривотолки, которые ходят на сегодняшний день, да, я, насколько понимаю, вот наши, скажем, телезрители убедились, что это просто слухи. Давайте, друзья, не верить слухам. Спасибо вам за беседу.